Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Samsung Galaxy A51. И сейчас я вам покажу, как на этом телефоне сбросить настройки сети. Итак, в самом начале, увеличим немного яркость. В самом начале нужно перейти в приложение настройки. Перейдем в настройки. Здесь нам с вами нужно будет спуститься в самый низ практически и выбрать пункт «Общие настройки». Здесь мы нажимаем «Сброс». Нажимаем «Сброс параметров сети». Нажимаем «Сброс настроек». Вводим свой пин-код, если он у вас стоит. Да, у меня 4 и 0 я поставил. Нажимаем «Ок». Нажимаем «Сбросить». Ждем секунду. «Сброс параметров сети». Все. Параметры сети успешно были сброшены. Я вас поздравляю. То есть вы молодцы, вы сбросили параметры сети. Теперь нужно будет повбивать, конечно же, все сети Wi-Fi на месте опять. Но зато телефон перестал глючить, скажем так, и начал опять ловить все нужные сети. Спасибо большое еще раз. До скорых встреч. До свидания. Пока. Подпишитесь, пожалуйста. Ну и напишите что-то в комментариях.